В городе активно ведутся работы по комплексному благоустройству дворов. Жильцы домов по адресу Жуковский 4 и ПЛК 11 давно мечтали о преобразовании на своей территории. Но в плане реконструкции на этот год ее не было. Однако, благодаря активной позиции жителей, этот двор был представлен на портале «Добродел». И, набрав наибольшее количество голосов, вошел в программу по благоустройству и скоро заиграет новыми красками. На данной территории будут размещаться тренажеры под навесом, крытые, воркаут и многофункциональная спортивная площадка, волейбол, футбол, баскетбол в рамках поддержания здорового образа жизни нашей молодежи, чтобы они развивались, росли здоровыми и сильными. Спортивная направленность – выбор самих жителей. Перед началом работ были согласованы схемы размещения всех активных зон. Большим плюсом станет и создание новых пешеходных дорожек. А соседство детской площадки со спортивной оценят даже взрослые. Мне кажется, хорошо, что пустые территории оформляются и благоустраиваются. Если люди будут заниматься спортом, я считаю, это лучше, чем будет просто здесь пустырь и неухоженная территория. Дети смогут заниматься и играть на площадке, а взрослые, кто желает, позанимаются спортом. Всем хорошо. Дмитрия Бережного, жителя дома номер 4, особо волнует вопрос стоянки для автомобилей. Он рассказал, что во многих семьях по две машины и парковочных мест не хватает. Но и здесь удалось все согласовать, и уже совсем скоро проблема будет решена. На данном этапе нас устраивает общение с комитетом благоустройства, потому что они выслушивают нас и пока, скажем так, идут к нам навстречу. Мы видим прямой контакт и реагирование на наши чаяния. За всеми работами лично следит депутат Олег Федоров. Это его подконтрольный участок. Он проводит беседы с жителями и помогает в решении насущных вопросов. Олег Александрович понимает, что оказанное ему доверие необходимо оправдывать. Мы вместе с жителями обсуждаем эти моменты, где посадить деревья, где посадить кустарники, где произвести какие-то работы. Мне кажется, это дорогого стоит, и жители сами знают. Как им хочется жить, в каких условиях. Закончить благоустройство планируется в течение недели. И новый двор обещает стать местом притяжения для многих жильцов ближайших домов. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.